дорогие жители города Ярославля, гости. Сегодня, 4 ноября, мы отмечаем День воинской славы, День народного единства. Именно в этот день, в 1612 году, воины народного ополчения под предводительством Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов и тем самым признаменовали окончание смутного времени и начало восстановления российской государственности. Ярославцы могут по праву гордиться своей причастностью к этим историческим событиям. Разрешите митинг, посвященный празднованию Дня народного единства, считать открытым. Выступление предоставляется губернатору Ярославской области Сергею Николаевичу Ястребову. Добрый день, дорогие ярославцы. Сегодня у нас